обгоняй, не обгоняй. Да, а он интересный первый. Поворот не писал. Да и опасно с таким ехать, Вань. Держи дистанцию, Вань, держи дистанцию. А этот пытается его обогнать, а тот не дает. Ну, тут раз не сплошная и живая зона, ни в коем случае. Ну, ты ж пошла не сплошная, он не дает. Нельзя. Здесь нельзя встречка обгонять. А, нет, то есть сейчас не встречки будет, это так. Смотри, сейчас будет обгонять. Дурак. Здесь камера стоит, идет на встречку, но там брёт, смотри, что делает. Трюка, чё выпало. Ну, это ты чё тоже творит, козёл? Чё он так едет? Он едет по правилам, 60, город. Ну тут лихо его объездил, я считаю, правильно сделал. Значит, вы уверены в себе. Ты как сегодня был, ты вообще сегодня молодец. Ничего, ничего, зачем? Ты тоже, не, не сейчас, я тебе говорю. Вот сегодня я тоже не ожидала, как ты. Так, а человек, нет, ты и когда знаешь, повернул на это, проехал, жжет так. Ведь он два раза так меня удивил, да. Это а просто уже, лучше. Это мастерство у тебя уже появилось. Лучше, здорово. Нет, мужик рисковал на самом деле. Понял, что он едет не так же быстро, так же, как они едут. Быстрее не поедешь под знаки. У тебя будет тем более ДПС стоит на Москве. Сейчас затронут, сейчас появится мужчина. Гонять по встречке под машиной. Но встречка далеко была, Вань. Просто широкая, они с ним разъезжались. Он дает, чтобы вы обогнали. После розыгрыша. Либо ученики, либо все, у кого прав. Или тетка. Встань тупо у магазина, все ж такое доброе. И пропусти просто. Постой секунды три. Светофор мигает. Но все равно куда-то едем, вот прикол. А, он куда-то едет. Да, он едет. Обгоняет машину. Он что, охренел? Первую машину обогнал. Которую его обогнала, и он его обогнал. Что, ужас. Вот дает мужик. А этот сюда, в пятерочку заворачивает, который его обогнал. Все, как включил скорость, полетел. О, смотри, его и не видно. Опа, дурака. А тебе делал трюки с обгоном, чтобы только до пятерочки доехать. А другой грузил в городе, чтобы сейчас чистить самый рейс. На пешеходе на красную машину объехать. Зачем? Он все равно уезжал.